На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Туркина Нина, 8 лет, город Тюмень. Весна. Алексей Плещеев. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весной. Засвищет скоро соловьи, и лес оденет листвой. Чиста небесная роза, теплее и ярче солнце стало. Пора метели злых бурь опять надолго миновала. Сердце сильно так в груди стучит, как будто ждет чего-то, как будто счастье впереди, и унесу лает зима завод. Все лица весело глядят, весна читаешь в каждом взоре, и тот, как праздник уйдет, чья жизнь в тяжкий труд и горе. Но резвых деток звонкий смех и беззаботных птичек пенье не говорят, кто больше всех природы любит обновление.